всем привет! Как я и говорил, в Унгтау есть еще и рыбный рынок. На нем я еще не был, надеюсь, там будет больше разнообразия морепродуктов. Ну что, пойдемте посмотрим. Осьминоги, креветки. Раки со здоровенными усами. Галина, причем прямо с чили. Да, но это для самых смелых. Все они стараются держать живым, но, конечно, не получается, поэтому забрасывают льдом. Здесь, конечно, стоит запах рыбы, но в отличие от того рынка, здесь она чувствуется, что она свежая. Не всем нравится, что я снимаю. Рыночек тоже небольшой, это одна такая вот улица, вот она здесь заканчивается, и в общем-то все. Вот раз тут какое-то скопление, надо посмотреть, наверное, здесь что-то стоящее.